Всем привет! Это первое видео на моем канале. Я хочу рассказать, о чем в принципе будет этот блог. Значит, есть у нас такой веселенький транспортерчик. Это третий. Ну, собственно, канал будет о том, как будет проводиться работа над ним. Нужно восстановить кое-что по кузову, потому что машина 87-го года, работяга, всю жизнь эксплуатировалась только в перевозках различных грузов и так далее. Вот. Но на самом деле машина в неплохом состоянии, потому что она всю свою жизнь провела в Курске. А в Курске, как мы знаем, реагентов нет. Таких, как в Москве. Вот, поэтому, в принципе, критичного ничего нет. Сквозных дыр нет. А кое-где есть всякие жучки, ржавчинка, ну, это все мелочи. Все это можно будет сделать. Значит, в принципе, что планируется делать по машине? Так как Т3 это не Т1, не Т2, соответственно, ретро автомобиль из него не получится, но хочется сделать что-то прикольное, веселое, интересное. Машина вообще сама по себе, в принципе, такая интересная, и когда к ней подходишь, всегда поднимается настроение. Поэтому должно быть не что-то злое, там, да, какая-то гонка, а что-то веселое такое. Что-то типа пати-буса будет. То есть ты приехал куда-то, достал какие-то там приспособления, все это разложил, подготовил, и начинается тусня вокруг машины. Вот, но это как бы до этого еще далеко. Поэтому в ближайших выпусках будет установка рэктопа, он уже идет. Нам по почте с Минска. Да, рэктоп уже я заказал, жду. Вот. И нужно будет заняться подвеской. Нужно будет выяснить, что там было сделано, переделано, потому что бус задран. Выглядит как трактор. Кажется, что он в высоту шире, чем в ширину. Нужно будет выяснить, что там было сделано, если были какие-то установлены волжские пружины, или их заменить на родные, или, возможно, будет занижение. Уже есть колеса подготовленные, заводские, выкрашенные в красный цвет диском, white wall. В общем, все как надо. Хром-колпаки докупим. Вот. Ну и, то есть, общая цель такая, что нужно будет восстановить машину по кузову, по технической части, но при этом еще хотелось бы на ней периодически передвигаться, так как на носу весна. Сейчас машина стоит в гараже. На самом деле такой казус вышел небольшой. Приехал на днях, хотел забрать машину из гаража. Там сантиметров 10-15 все затоплено. И машина стояла в воде, потом эта вода замерзла, так как были морозы. Машина приросла, примерзла к полу. Ну и ворота, соответственно, тоже все затопило, они все замерзли. В общем, машина законсервирована в гараже, никуда не денешься. В ближайшую неделю будет плюсовая погода, будем надеяться, что все это растает. Ну, начнем потихоньку заниматься. Как-то так. В общем, следите за выпусками, будем стараться снимать что-то веселое, интересное для вас. До встречи в следующих выпусках.